Ильнур, ну только что закончился матч в Рязани. Нулевой ничьей он закончился. И «Факел», по сути дела, потерял все шансы занять первое место. По горячим следам скажи, на твой взгляд, чего не хватило, чтобы сегодня победить? Мне кажется, моменты у нас были, достаточно моментов было. Просто не реализовали свои моменты, которые были. Там чуть-чуть не повезло в конце. Уж не хватает где-то везения какого-то. Ну, последнего паса, я думаю, нету такого, чтобы прям попасть, чтобы забить гол. А так, я думаю, моменты были. В принципе, игра нам удавалась вообще по всем параметрам. Инициатива на нашей стороне была. Сложно сказать, что еще не хватает. Во втором тайме, ближе к концу, произошел вот этот неприятный инцидент с потасовкой. Что там было, что случилось? Я знаю, что начало было положено тобой и вратарем, да? Вот вы столкнулись. Что было после этого? Почему там завелись так соперники? Да, я побежал на добивание. Вратарь чуть мяч отпустил, и я добил, и просто в него попал. И он, я думаю, засимулировал, чтобы я карточку заработал. В принципе, я даже его не задел, просто мяч был, и все. А там уже потасовка пошла. На меня накинули все. Рязанские футболисты какие-то претензии к тебе имели? Да, они думали, что я как вратаря травму, может, нанес. Я не хотел, я неумышленно шел на мяч, чтобы забить гол. В следующем туре самая важная игра, наверное, всего сезона для «Факела». Хотя турнирной мотивации, наверное, уже никакой нет, но, может быть, остается какая-то честь. Как команда будет настраиваться, как ты лично готовишься уже к этой игре, может быть, мысленно? Да просто играть в свой футбол и для болельщиков за «Факел». Играть и только побеждать, что нам остается. Мы будем дома играть при своих болельщиках. Для болельщиков надо играть. Это все-таки дерби. Мы у них на выезде проиграли, сейчас надо выигрывать по-любому.